Ну, всем хай, ребят, с вами я, Кибербомба. И это непростое видео. Это у нас видео разговорное. Разговорное о канале и о втором канале. Да, я создал свой второй канал. Это правда. Короче, первое, о чем мы поговорим, втором канале. Короче, там видео будут выходить не как на этом канале. Все на кирдык. Короче, там видео будут не выходить каждый день по одной причине. По причине этого канала своей основы. Но видео там будут выходить и хоть раз в неделю где-то. Но там будет выходить не такой контент, как на этом канале. Всякие там просто челленджи, игры. Нет, там будет выходить но основной контент и мои проблемы в БГ. Например, то, что мой аккаунт там взломали, все в том духе. О, спасибо. Что дать? Ну, короче, такое дело. Там реально будет выходить это. Потому что ютубер по БГ, который выпускал новости, ушел из БГ. Как бы мягко. Это мягко. Твердо это. Он ушел нафиг. Блин. Он снимал нормально. Нет! Короче. Он дебил полный. Мы его. И вот, короче, там будет выходить этот контент. Редкостно может выходить что-нибудь другое. Но редко. Раз в месяц, а то и два месяца. Ну вот. Это наш про этот канал. А про этот канал? Ну, знаете, я его не буду покидать. Теперь я буду снимать тут разный контент. Не только там Майнкрафт, Бамго, БГ. Еще я буду снимать такие игры, как Brawl Stars, Roblox, BMGO. Ну, BMGO, это же классика. Mm.
Ну и Майнкрафт. А тут у меня... Короче. Ну, это не все. Вот это наконец разговорное видео. Она еще продолжается. Короче. Помните, я на дни уходил с канала, например. Я сколько-то дней не снимал там бомго. Ты думаешь, не дебилу полную? А мы за ним только. Вот короче. Ты дебил? Вот, фок. Да ну нафиг! Я вот поджигался. Короче, я ходил из... Не снимал несколько дней видосы, потому что были проблемы в реальной жизни у меня. Такие как... И уроки я не делал, отбирали какие-то... Как телефон, планшет, нельзя было YouTube смотреть. Он дебил полный, он дебил. Ну и все остальное, все в том духе. Короче... Но вот поэтому я уходил и снимал несколько... Не, видосы. Ну, это первая причина. Вторая, то, что... Ну, а когда я еще снимал реальную жизнь, то тогда был кирдык полный. Пуша, не надо. Если что, Пуша, это моя кошка. Так, короче. Так, короче. Так, надо помогать самому же себе. Давать себе жизнь, как бы. Я зато за ним полетел. Ну, короче. Когда я снимал в реальной жизни, просто не доходили руки. Времени не было.
Ну, все в том духе. Короче, вот такое видео разговорное получилось. Так. Если ты не подписан на мой канал, то подписывайся. Потому что будет выходить контент хоть прям не каждый божий день. Но будет. Это главное. Потому что у меня нет было в планах покидать канал. Для меня канал это святое просто. Это святое. И больше никак. Больше по-другому не сказать мне. Это просто для меня святое. И вы для меня очень важны. Если вы все отпишетесь, то я просто уйду с Ютуба. Нафиг. Это не... Вот... Прошение прям, чтоб все, кто меня смотрит, подписались. Нет. Это прошение... Просьба не отписываться от меня, от моего канала. Никогда. Ни за что. Чтобы я делал свой контент лучше. И каждый день выходили уникальные видосы. Например, один день супер катка в Бэдварсе, а другой Funny Moments. Спасибо вам, что вы у меня есть. Спасибо за все. Но, друзья, но видео не заканчивается. Потому что играть еще надо. Это видео еще. Нет! Я дебил полный. Ну ладно, Икснуб. Икснубик. Закупаем куча блоков. Вот это стольки нам хватит. Короче, видео разговор у нас закончилось, а идет играть на видео. В принципе, это и о! Смотри, вода из-за стены крыса подошла, не пускай. Так. Нам кирпик полный. Нет. Вы же не играете с ней. Ладно, ребят, с вами был Кибербомба. Всем удачи, всем пока-пока.